Меры профилактики распространения коронавируса продолжают действовать в Люберцах. Под особым вниманием работа общеобразовательных учреждений. Руководство округа и специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят проверки. Очередная инспекция прошла в 25-й школе. Перед тем, как сесть за парту, измерение температуры и обработка рук. А учителей теперь можно увидеть только в маске. К таким реалиям воспитанники 25-й школы уже привыкли, так же, как и к новому расписанию. Потоки учащихся разделили на 5 групп, чтобы дети из разных классов не пересекались друг с другом в коридорах. Так как у нас уроки начинаются в 8:30, то без 10:08 уже начинают приходить ребята. По графику, который на воротах прикреплен, а также в корпусе начальной школы. Значит, постепенно приходят по своему графику, и плюс у нас еще 3 запасных входа. Такие меры дают положительные результаты. Дети учатся в обычном режиме. Занятия проходят офлайн с соблюдением санитарных норм. А на следующей неделе школа уходит на плановые осенние каникулы. Наша задача – удержать ситуацию на уровне, по крайней мере, чтобы детям училось комфортно. Мы стремимся, по крайней мере, не уйти на дистанционное образование. Во время своего визита Владимир Ужицкий также проконтролировал, как организовано для учеников начальных классов бесплатное горячее питание и проверил состояние мест общего пользования в школе. Такие выездные инспекции проходят в Люберцах регулярно. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.